Добро пожаловать в сказку. Встретиться с главным зимним волшебником в Гродно уже возможно. В Центре народных ремесел наследия открылось поместье Деда Мороза. Второй год подряд здесь дарят праздник и взрослым, и детям. Прямо у входа гостей встречают известные всем сказочные персонажи. Они подготовили и театрализованное представление, которое пришлось по душе и детям, и взрослым. Получить подарки, сувениры и массу приятных впечатлений рады все. Замерзнуть не давали новогодние квесты, подвижные игры, танцы у елки. Сюрпризов много, но основное волшебство, конечно же, творят Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Будет очень много всего интересного. Мастер-классы по гончарству, по соломоплетению. Ребята смогут сделать новогоднюю игрушку и забрать себе домой с пожеланиями, повесить у себя дома на елочке. Ну а что хочется пожелать нашим юным зрителям, которые придут к нам? Конечно же, учиться на десятки, здоровья, чтобы слушали своих родителей. Ну и, конечно же, верили в чудо. Именно в новогоднюю ночь приходит то самое чудо, о котором говорил Дедушка Мороз, и чтобы оно постучалось обязательно в каждый дом, каждому ребенку и исполнило все его мечты. Гродненское поместье зимнего волшебника в Гродно будет принимать посетителей до 14 января. В Центре народных ремесел оно базируется уже второй сезон подряд. Всего в этом году в Гродненской области ждут гостей в 10 резиденциях Деда Мороза.